день, дорогие наши друзья и гости нашего YouTube-канала. Сегодня снова с вами компания Arbat Homes и я ее представитель Анастасия. Сейчас мы находимся на прекрасной широкой набережной в районе Томюк. Район Томюк вам уже, наверное, известен. Мы снимали очень много познавательных роликов про этот район. Район Томюк развивается как туристический, курортный район. Здесь уже оборудована красивая набережная, прекрасный пляж, полностью оборудованный с лежаками и зонтиками. Подходит как для постоянного проживания, так и для летнего отдыха. И сегодня я буду представлять вам комплекс, который сейчас находится на стадии строительства. Но сначала поприветствуем наших гостей из Алании. Витана к нам приехала, наша дорогая. Витаночка, иди сюда, давай обнимемся. Привет. Приветики. Всем здравствуйте, меня зовут Витана. Очень рада, что я сейчас нахожусь в нашем любимом Мерсине с моей любимой коллегой Анастасией. Мы приехали всего на несколько дней, но эти несколько дней подарили массу позитивных впечатлений. Как тебе, Витана, Мерсин? Расскажи, честно, пожалуйста. Я в восторге. Почему-то в этот раз меня Мерсин поразил по-особенному. Не знаю. Мы вчера погуляли по центру города, были в разных районах, поэтому впечатление у меня просто... Действительно, город развивается, это видно. Вот, я вижу очень большие перспективы у города. Я думаю, что со временем здесь действительно будет, ну, даже, наверное, лучше, чем в Алании. Конечно, будет лучше. Ну, Аланию, хотя Аланию очень люблю. Да, мы тоже любим Аланию. Ну, город Мерсин, он большой город. Город 2 миллиона населения, как мы уже рассказывали. Крупный город, быстро развивающийся. И сегодня, я думаю, ты мне поможешь рассказать о нашем новом проекте, в котором самый главный плюс – это то, что есть 1+1 гарден. То есть, что это значит? На первом этаже у вас будет свой собственный небольшой сад. Ну и я очень люблю разговаривать про инвестиции, очень люблю эту тему. И действительно, для тех, кто хочет вложиться и получать в дальнейшем доход, этот проект, он, несомненно, очень подходит. Конечно. Во-первых, близость к морю, 150 метров. И вы попадаете на прекрасную набережную, о которой Анастасия рассказала, и на хороший пляж. Здесь действительно очень красиво. И летом здесь, я помню, мы здесь были, здесь очень достаточно много народу. Да, здесь очень много народу, проходят большие даже концерты от города, скажем так, они бесплатные. Здесь каждый вечер базар, то есть не нужно привязываться к какому-то определенному дню. То есть можно всегда пойти после обеда и закупиться свежими овощами и фруктами. То есть этот район, он очень перспективный, как для инвестиций, так и для просто для переезда сюда в Мерсин. Я думаю, что нам пора уже отправляться на саму стройку, и ты нам там все подробно расскажешь, правда? С твоей помощью, конечно. Конечно! Поехали! Итак, сейчас мы находимся на месте строительства жилого комплекса. Комплекс будет состоять из одного блока. Здесь будет хорошая большая территория. Как мы уже говорили, до моря всего лишь 150 метров. И мы попадаем на прекрасную набережную, откуда мы начинали наш видеоролик. Из инфраструктуры в комплексе будет большой плавательный бассейн с детской секцией, также большая зеленая территория, игровая детская площадка, зона барбекю, парковка, охраняемая территория 24/7. В комплексе будет квартиры планировкой 1+1, 2+1. И еще большая особенность в том, что 1+1 будут гардены, то есть с выходом в свой собственный сад. Квартира площадью 1+1 – 85 квадратных метров. Итак, друзья, давайте подведем итоги. Сегодня мы смотрели комплекс на стадии строительства. Сроки окончания, Анастасия? В июне 2023 года. Это значит, что у вас есть еще возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой. А квартиры мы сегодня презентовали 1+1 и 2+1. 1+1 – 85 квадратных метров и 102 квадратных. 102 квадрата, 2+1, да. Поэтому, если вас заинтересовал данный комплекс, обязательно напишите нам по номеру телефона или пишите в комментарии, мы отправим вам прайс. Старт цен здесь стартует от 45 тысяч евро. Это комплекс премиум-класса, находится, напомню, в моем любимом районе Томюк, с прекрасной набережной и отличными пляжами. Тебе, Витана, спасибо огромное за помощь и, пожалуйста, приезжайте к нам чуть чаще. Хорошо. Мы очень рады вас видеть.
И еще, мы же скоро едем вместе в Украину. Конечно, мы будем скоро в Украине. У нас будут такие города, как Днепр, Харьков и Киев. Если вы находитесь в Украине и хотите лично с нами встретиться и пообщаться, со СМБМ тоже пообщаться с нами по поводу недвижимости, или мы расскажем всю информацию, которую знаем, как оформить недвижимость, как получить вид на жительство и так далее. Обязательно записывайтесь по номеру телефона, указанному на нашем экране. Либо пишите сразу нам, мне или Витане, мы обязательно договоримся о встрече в Украине. Да, поэтому для тех, кто уже записался на встречу, до скорых встреч. Да, а те, кто еще не записался, пожалуйста, записывайтесь. С вами была компания Арбат Хоумс и ее самые лучшие представители Витана и Анастасия. Всем всего доброго, хорошего дня, до скорых встреч. Пока-пока.